Вот начало. Собираемся поход на лодке. Сейчас стоим около офиса, ждем водилу, будем грузиться. А вот и я. Друзья? Давай сумку. Ура! Я закину. Ура! 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 Давай. Стол хрупкий. Вы грузитесь, я поснимаю. Давайте сумку сначала. Видишь, руки заняты. Дайте сумку. Закинуть сюда. Здорово, Костя. Здорово. Куда собираемся? А, поход по Волге. Да. На моторках. Благословить? Давай. Благословляю, да? На лодках решили прокатиться теперь. С Оржева сюда? Не ездил, не? Я думаю, там все просто. Все просто, наливай, не пей. Так Паша не пьет. Малошара. Это бери. Ага, спасибо. Что такое было? Дырка? Блять, Паш. Чё? Паш, снимай! Это надо сиденье назад замутить-то под седлушку. Рупадом. Да? Я не, блядь, какой-то корел, чтобы упал и потом жаловался. Да. Ой, я упал, блядь. А нормальные русские пацаны, блин, спускаются со всеми грузами, да, легко. Да. Хуй его знает. Ну, на третий раз. Хотя хуй его знает. В руках больше, чем я вижу сам. У меня тоже было. Я сейчас даже футболил аккумулятор, чтобы он на меня не упал. Чё несем? Мотор, блядь. Падать будем? Хуй вам, блядь. Ну, Гриш, потом с семьями смотреть будем. Потом уже дети смотреть будут, как родители катались. Плохая кочка, как я сказал. Иди, Паш, понеси мотор. Я только что нес. Я, блядь, не нес и то, блядь. Ну, правда, в самых легких местах. Вы что, специально на камеру не падаете, я не пойму, а? Как без камеры-то катаются, как колобки. Это толстая рожа. Так весь день. Винт уже надломили один. Пиздец. Макс. Я ж снимаю ее. Чего? На камеру. Ну и че? Ну потом не покажешь. Ну если на самом деле винту пиздец, то че? Ой, церковь какая-то. Что еще год назад или два? Там на жижицу ездили. Вот, там, блин, по-другому все. А сейчас что? Стремительная деградация. Ого, хорошо-то, а? Начинает даже греть. Рыбы нет. Рыбы тут вообще нет. Вот, it's me. А Макс потерял фотоаппарат. Ой, потерял. Утопил. Утопил. Это разные вещи. Наверное. Но суть одна. Его уже нет. И рыбам ни к чему. Зачем ты так сделал, Максим? Какие у тебя были мотивы? Чтобы у тебя жизнь тебе не казалась. А у меня так все на лице, что ли, надо было написано? Да. У тебя все очень хорошо, а что все было не очень хорошо, я вот так вот сделал. Судья Дредли.
Церквушка. С утра самого, из-за дождика. Юра, отойди, не загораживай мне солнцем. Не видно. Бронзовый цвет лица. Как мы сегодня... Картошечка тут сырая. Парень. Тут вареные. И поджарочку. Тушеночки. Макс там храпит. Осилил 3 литра пива. И все. С Карелии я съемки так и не получил. Как это не получил? Не получился. Ну, фотографию получил, а съемки я не видел. Блин, вот что? Юра. Серьезно. Мозг мне не компостил. Отвечаю. Тебе отдавал 2 диска. На диске было Таваярви, наклейка такая белая еще. Я же всем размножил. Один диск я у тебя сразу. На воде. На воде. Бодро управляешь лодкой. И Максим довольный. Бодренький такой. Попал на червончик вчера, довольный. Утро, в общем. Как утро веселое. Утро чистое, ясное, не жарко. Костерочек. Хоть раз увидеть, как нас снимают. Я все еще не видел. А я снимал. Я тоже фотографировал. Шутничок. И пойдем мы дальше. Ух, туда куда-то. А, кстати, можно ведро забыл поставить. Слушай, плохо мы работаем. Что-то понастроили.
чиновники, а? Сейчас волну дадим. Тренер на нас недобро смотрел. Я думаю, надо бы направо уйти бы. Направо. Ну так, поправей. Свисток хорошая штука. Макс, там улыбнись там или что? Ну что, с прибытием берег родной.